сейчас только что ехал по улице Арнольда Нейбута. Как только свернул с улицы Шабалдина на Нейбута, впереди меня женщина остановила Nissan, джип какой-то. Но не в этом суть. Она была с маленьким ребенком. Ребенку, ну, годика два. Я думал, он их садит прямо на дорогу. Ну, не сигналил, ничего. Стоял, ждал. Потом раз, она только дверь начинает открывать заднюю. Он уезжает. Я думаю, что за фигня? Она тормозит меня. Оказалось, просто ребенок не может уже идти. И до 20-й линии их нужно было подбросить. Я их подбросил, но мне непонятно, почему, если машина ехала в ту же сторону, вы видите, зима, холодно, маленький ребенок, неужели вам сложно подвести? Люди, вы слишком стали злые. Ну, надо как-то помогать друг другу. Мы так что, обозлимся друг на друга. Так что, если мальчик Егорушка, по-моему, тебе привет. Да, бывают дяди неадекватные. Желаю вам удачи. Оставайтесь со мной.